В самом разгаре весенняя уборка городской территории. Во дворах тут и там можно увидеть рабочих управляющих компаний и дорсервиса, а также специализированную технику. В микрорайоне Купеленко уборку начали, как только сошел снег. Работы после зимы было немало, поэтому пришлось потрудиться. Весной у нас просто идет прогреб газонов, у нас идет ремонт брусчаток, ремонт заборов, посадка кустов. На нашем районе мы уже заканчиваем уборку, и у нас практически все чисто. 14 сотрудников ежедневно, а порой и в выходные, наводили эту чистоту. Им помогала техника. Но главное, чтобы теперь этот порядок поддерживался самими жителями. И чтобы выше ценить труд других и быть причастными к общему делу, в ближайшее время будет объявлен субботник, куда пригласят всех живущих в микрорайоне.